Всем привет! С вами Дима Ванпоинт, и мы продолжаем кекать с Need for Speed Most Wanted PPG Edition. В предыдущей серии у нас были гонки, в этой же серии мы будем проходить Milestones. Камни будем проходить и зарабатывать себе сабкаунт. В общем, нам это нужно для чего? Нам это нужно, чтобы мы могли уже пройти Невилла. Да, персонажа из Карбона, но здесь он есть. Здесь он есть, и здесь мы будем гонять против него. Так, ну что же, у нас тут баунти, и нам нужно набрать 1000 субскрайберов в одной погоне. Окей, хорошо, давайте попробуем. Это будет сложно, но я думаю, это будет выполнимо. Как вы понимаете, с погонями у меня все не очень хорошо. Так, ладно. Давайте я буду прям с копами бороться. Блин, это забавно, это так забавно, сирена у них, конечно, вообще кековская. Так, я его развернул, он сейчас будет теряться, да, походу? Не, мне не надо, чтобы он терялся. Так, привет, братиш. Кстати, вот еще необычно работает игра. Она как-то... А, нам все-таки нужно разбивать тут мусор или нет? Что-то не пойму. Так. Что нужно делать? Ну ладно, я на всякий случай немножко подольше буду ездить и все ломать. На всякие пожарные. Хуже от этого явно не будет. Да, а все-таки ломать здесь, походу, нам это и надо. Окей. Вот пожарный гидрант. Мне кажется, отличный претендент на то, чтобы я что-нибудь сломал. Вот это вот я сейчас или ломать. Ну, допустим, чуть-чуть сломаю. Пускай будет. Главное, чтобы они не отстали от меня сейчас, да. Вот один у нас Пипега тут все-таки с нами ездит, поэтому все хорошо. Так. Ну чего? Насколько мне тогда в комментариях писали, у нас в зависимости от погони прибавляется сабс. Ну, типа, сколько я еду. Здесь нам нужно будет ехать очень долго. Как вы понимаете. Так, 10 тысяч есть. Ну что, 15 тысяч можно набрать, наверное. Milestone complete? Да ладно. Мне нужно до хера сабу все равно, поэтому мне нужно еще ехать и ехать. Будем потихонечку от них кататься. Так, сейчас в жопу приедет. Нет, испугался, почему-то не стал. Я опять поехал на шоссе. Черт. Вот так вот развернемся, наверное, назад. Куда-то? Куда? А давайте врежемся в него. А вот давай. А, ну-ка. Бабах. Бабах. Ну. Давай. Да черт. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это ты, конечно, лошара. Что ж с тобой поделать, бедняга такой, а? Ну и опять же, я сбрасываю газ, еду максимально так вот расслабленно. Давайте, может быть, я не знаю, прыгнем тут. Почему бы нет? Давайте прыгнем. Разобьем заодно вот это вот стекло, которое просто вылетело как кусок металла. Да? Нет, нет. Я хочу от них подольше поездить. А я вот не помню, у нас беседка сбивается. Беседка, по-моему, не сбивается. О, еще один. Ох ты ж, на двух колесах прям едет. Здорово! Так, мы сюда, наверное, повернем. Я хочу разбить. Вот там вот у нас вот бензоколоночка есть. Сейчас мы ее и взорвем. Опа. Все отлично сделано. Так, а чего? Давайте тут еще немножко опять поразбиваем. Я тут кручусь, получается, ну, прям вообще рядышком. Ну что, завершаем или не завершаем? Завершаем или не завершаем? О, поехали! Блин, я уже хочу быстрее против такого проехать. Ну что, я так понимаю, завершение? У нас комплит. Еп. 1500 субскрайберов. А, ну, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим, сколько у нас в итоге. Nice ride, but in a case right now. I say it right now. Шоу. Отсылочка на Need for Speed Heat. Забавно, нет, сообщение прикольно. Гид, что у нас тут? Which time? Get good game, little dickhead. Понятно, тут опять у нас выпендрится. Но опять же, блин, ребят, простите, то, что тут как бы на английском, я все перевести прям не могу. Поэтому как-то вот так у нас. Что? Блин, у меня закрыло. Давай, уберись, гитлоу, пожалуйста. Так, сабкаунт у нас уже 45 тысяч. Ничего себе. Так что, неплохо, что ли? Ну-ка, да, покажись. Да, 45 тысяч. То есть, в принципе, у нас все completed. Давайте еще вот здесь, наверное, проедем. Wait, police state of 15 тысяч. Ну, короче, опять же, давайте с копами тут немножко, наверное, зарубимся. Подождите, а у нас тут все ГГ, да? У нас тут все ГГ, только вот здесь вот мы можем немножечко немножечко херней пострадать. Давайте, хорошо. Так, а какая скорость там у нас должна была быть? Я что-то не посмотрел. Ну, давайте на всякий случай на нитро это все пролетим.
Давай. Яп, пройдено, нет? 4500 субскрайберов мы получили, да, за это дело? Эй, nice going! Seems Neville took the size, Palmut local. Я понял, все, наконец-то мы сейчас поедем по ходу против Невилла. Я очень на это надеюсь. Рутатикс нам не нужен, возвращаемся домой, будем оттуда все приучаться. Потому что, как говорил, тут карта как-то странно работает. Может быть, она только у меня так странно работает. Но теперь у нас есть Take on this Pepega! Хорошо, и вот он наш Невилл. Здесь у нас спринт и... И спринт? Два спринта, черт возьми. Хорошо. Постараемся это пройти на Воксхолле, Блэк Панты. И вот она наша крутая заставонька. Я так понимаю, ну, как бы, билборды, я думаю, вы сами все замечаете, что они тут все заменены. И к нам подъезжает его машина. А почему не Мазда? Он же ездил на Мазде. Не, прикольно, что они даже раскраску перенесли, но Клио V6. Но это определенно связано с каким-то мимасом, я прям уверен. Полетели. Давайте сразу на нитро нажмем. Я чувствую, тут у нас будет достаточно весело ехать, да. О, музыка-то какая! Блин, я очень надеюсь, что эту музыку не забанят, потому что она офигенная, и она прям мне нравится. Это очень крутой трек. Ну, скорее всего, он будет с авторскими правами. Так, вот тут я что-то закосячил. Этот поворот. Не-не-не-не, какой... Улетел. Это было херово. Вот тут надо аккуратненько. Тихо, нитро! Не смог исправить ситуацию при помощи нитро. Так, а он начинает тем временем догонять. Хера, он лютый бес. Черт, а я еще и сбиваю всякое говно ненужное. Нет. Пожалуйста, Воксхолл, топи! Так, нитро потихоньку у нас зарабатывается. Так, пора мне нажимать на нитро, да. Я это и хотел сказать. Нитро, конечно, пролетает у меня максимально быстро. Ооо, удержались. Я думал, прямо сейчас в стену поверну. Но нет, все вроде окей. Как же этот спойлер перекрывает мне весь вид. Так, ну, я, честно говоря, не очень хочу на его Клио потом ездить, на Клио Невилла, вот, которую нам дадут, ну, нафиг это все нужно. 155, все, отсечка. Можно ли как-нибудь это прокачать, чтобы у меня не было 155 и отсечка, потому что он начинает догонять меня. Давай, тащи. Смотрю на мини-карту, вроде бы и догоняет, но не так быстро, как... Блин, нет, догоняет. Догоняет. Я стараюсь держать... Что? Чё так кидать-то начало? Чуть-чуть стену задел. И кидануло просто нереально. Чёрт, догоняет. Догоняет по внутренней, по встречке. Так, ладно. Хорошо, езжай туда. Нет, не поехал? А чё ты? А чё ты на встречку не поехал? Засыковал, да? 92 комплит. Начинает догонять, ребят. Надеюсь, сейчас не сделает. Прям к финишу начинает догонять. Но мы все-таки его отодрали. Куру мной доволен. 100% доволен. Ну что ж, друзья. Вторая гонка. Надеюсь, мы ее также затащим. Без особых проблем. И наша Пипега машина разворачивается. Пипега кар. Ну что, полетели. Давайте сразу нитро примерим. Его нужно сразу как-то запугать. Сразу понять, кто в доме хозяин. И тогда они себя... Нет, они не понимают. Он себя все равно ведет плохо. Пошел ты в саркотан, говнюк. Вот как же я не люблю вот эту локацию. Они вот тут почему-то всегда люто обгоняют на этой локации. Вот вы понимаете, да, почему я не люблю эту локацию? Я никогда в этот поворот не захожу нормально. Я вот здесь, вот в этой гонке, только на Xbox 360 нормально заходил в повороты. Я не знаю почему, на ПК мне никогда я тут не могу повернуть. Абсолютно никогда. Давай. Все-таки есть у меня подозрение, что на смарте мне было бы легче, но мы продолжаем ездить на тех машинах, которые выигрываем. Поэтому Воксхолл должен затащить. Он просто обязан затащить. Пошел нахер. Так, отлично. Держимся.
немножечко подбросил здесь скорость. Вроде бы подотстал, но это, знаете, это такое отставание, это херня на самом деле. Он может в любой момент меня нагнать. А скорее всего он будет нагонять меня, где у нас финиш. Финишу будет 100% нагонять. Так, комплит 54. Полтрассы пока что проехал и... Так, так. Отлично. Трафик вроде едет туда, куда нужно. Сейчас главное, чтобы не было никаких жутких срезок, о которых я не знаю. Об этой срезке я знал. Так, хорошо, смотрим дальше, что по срезкам. Вот это я зря делаю, мне кажется, или нет? Нет, окей. Ух ты, мы прям далеко от него уехали теперь. Вот опять же, вот я говорю, вот это сделано явно для тех, кто хорошо знает Most Wanted. Черт, что я натворил? Надо было вообще полностью, наверное, в замедлении весь этот поворот проехать. Но, тем не менее, смотрите, он достаточно далеко. И мы завершаем. Мы завершаем наш заезд. И Невилла мы отодрали. Еп. Отлично. Ну что же. Все, пройдено. Wasted. 6 маркеров. От Невилла. 6, блин, маркеров, друзья. Ну что, опять все подряд открываем. Экстра F. Тут у нас что? Let's fucking go! Трусы. Шикарно. Money, bro! Unique visual upgrades. Unique eBay part. И unique performance upgrades. Free spring, boys! Отлично. Получили мы от него. И следующий у нас Sonic! Чё? Какого хрена? Sonic, блин! Это просто жесть. Легендарный синий ёж. Sonic Racing. Блин, это забавно. Если они перенесли прямо его тачку сюда, это круто. Но я думаю, вряд ли, конечно. Но это забавно. О, ну-ка, что у нас сейчас будет? Ready to go. You're in. I want to show you something. Ладно. Я во версии Most Wanted, конечно, как. If I stand up, you can't really tell, but I am 6'3" and I am no skinny man mature. Понятно. О. Stay on top of that rap sheet. I gotta go. I'll hook up with you later. Забавно, не, это забавно. Круто, мне понравилось. Вот, вот такие моменты здесь, это просто охеренные. I'm impressed. Monkey underestimated. Ла-ла-ла-ла-ла. Короче, да, мне все понятно, спасибо. Я понял. Давайте смотреть, опять же, поехали обратно домой. И заглянем, что у нас. Кстати, давайте в щитбокс, может быть. Да, Кли у нас появился, и чего у нас получается по характеристикам? Кстати, да, Acceleration у меня теперь сумасшедший просто на Воксхоле. И, кстати, получается, мы таких же характеристик можем докачать еще и наш смарт. Ну, блин, ну на Кли уехать скучно, мне кажется. Максимально скучно. Может быть, дальше гонять на смарте? Почему бы и нет? Как вы думаете? Может, заодно его прокачать? Потому что смарт это вообще кек максимальный. А там уже, когда будет хорошая машина, поедем на чем-нибудь другом. Ну, Воксул, в принципе, едет. Давайте все-таки возьмем смартик. И давайте прокатимся на нем. Не туда пошел. Давайте прокатимся на нем до гаража. И там его уже прокачаем немножечко. Блин, это настоящая печаль, но здесь нету бодикитов на смарт. Почему-то нету бодикитов, это хреново. У нас...
Зато можно хоть спойлера поставить. Ну нет, ну спойлера ставить я не хочу. Так, давайте, наверное, сходим у нас за кулисы, точнее в бэк-рум. И здесь посмотрим, что у нас есть. Хабкэпс, я могу поставить себе другие колеса. Давайте, конечно же, BBS на него запихнем. Почему бы и нет, двадцатки. Какие-нибудь огромные, вот эти вот пускай у нас будут. BBS-ики, да, отлично, BBS-ы есть. А что с капотами? Капоты здесь, к сожалению, нельзя поменять стоковые. Хорошо, хорошо. Пока что у нас вот так вот. Go faster, давайте зайдем, что у нас тут есть по апгрейдам. Мы можем поставить... Мы можем поставить на него стоковый, ну не стоковый, это самый первый двигатель. Окей, ставим самый первый двигатель. Что у нас с трансмиссией? Тоже можем ее поставить. С подвесочкой. Давайте подвесочку поставим. Так, Mad Monk. Пускай будет. Тайрос у нас теперь есть. Отлично. Шины поставили, тормоза. Тормоза мне не нужны в этой игре, я согласен с ними, но пускай будут. Турбо у меня открылось или нет еще? Да, турбо открылось. Stage 1 турбо, бой! Смотрите, какие неплохие характеристики теперь у меня в автомобиле. Хендлинг охеренные. Acceleration круто, но стоп-спид, конечно, не так хорошо все. Но тем не менее, мне прям нравится. Все, check out. Забираем это все дело. Блин, охереть, просто охереть. Давайте в бэкрум зайдем, а то на нас что? В GoFaster мы могли только подвесочку, да? Custom Sway Bars. Ну, допустим, поставим их, ладно. Блин, очень хреново, что на смарт даже нельзя винилы никакие поставить. Очень печально, только, видимо, его перекрасить можно и все. Да, винилы никакие на него нельзя запихнуть. Это плохо, это реально плохо. Я хотел из него сделать пушку-гонку. Но теперь мы можем его только перекрасить. Давайте вот такой веселенький желтый покрасим. Чтобы у нас максимально дебильная машина была. И, в принципе, на нем поехали сейчас проходить все гоночки. Первая гонка у нас, естественно, спринт. И едем мы против четырки. Черт возьми. 14-я, она, блин, может нормально ехать. Ну ладно, давайте посмотрим, как у нас сейчас поедет наш смартик. Ну, прям вот в самом начале. Мы уже начинаем доминировать вроде как. Но нет, не начинаем. Я ошибся, извините. Не начинаем доминировать и... О, черт. О, черт. Надеюсь, они далеко от меня не уедут. Очень на это надеюсь. Смарт вроде бы неплохой. Максимально же неплохой. Так. Да черт. Вот почему тебе нужно обязательно в меня въехать было, а? Давай, давай, давай. Я напоминаю, что у нас это спринт. Не кольцо. Ну да, вот смарт проезжает эти повороты вообще окей. Но ему что-то не хватает. И от нас там первое место уезжает далеко. На 3 секунды уже уехал. Нет, все-таки я что, я ошибся с машиной? Я зря потратил бабки. Ну, управляемость, конечно, шедевральная. Просто шедевральная. Вот только посмотрите на это. Мы даже тут в заносе немножечко сейчас это все дело прошли. Блин, а вот тут я обосрался. Тут надо было на замедление немножечко долбануть. Куда? Куда ты на своем кудилаке? Да пошел нахер. Все, иди гуляй. Так. Так, там срезочка вроде как была, ну ладно. Надеюсь, по ней никто не поехал. Копы только поехали по ней, ну хорошо. Не, ну смарт тащит. Смарт прям вообще красавчик. Я думал, что все будет хуже. Но на самом деле хорошо. И мы от них начали еще и уезжать добавок. Но смарт, кстати, не разгоняется так хорошо, как я думал. Можно, в принципе, сюда съездить. Да, так, 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 так. Да, блин! Не, нужно определенно мне немножко стену поменять. Куда его понесло в стену? Выравнивайся, братан. Выравнивайся. Тихо, 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 тихо. Главное никуда не влететь, а то тут есть такие моменты, что можно встретить хорошую стену. Сокращает, сокращает дистанцию со мной. Но тут уже поздно, потому что тут у нас что? Тут у нас уже финиш. Мы спокойненько приезжаем на финиш. Нет, смарт тащит. Смарт определенно тащит. Сейчас единственное, что... Опа, новое сообщение. QR-код. WhatsApp. Дозвониться не может. Блин, забавно. Так, хорошо, поехали дальше. У нас будет следующая гонка.
Следующий у нас Battle Royale. Ну, почему бы и нет? Погнали. О-о-о, против Porsche. У нас тут такие машины серьезные. Давайте нажмем на паузу, зайдем в Kuru Tactics. И здесь у нас стиринг поставим вот так вот. Хендлинг оставим. Брейкс нам не нужны вообще, по сути. Right height чуть-чуть пониже. Давайте турбо, может... Нет, турбо, блин. Турбо, наверное, как-то вот так вот поставим. Давайте попробуем, что у нас теперь будет. Нитро пускай будет стоковая, потому что мне вполне себе оно нравится, как оно ускоряет. И... Ну, по крайней мере, мы от них не отстаем. А я напоминаю, что у нас это Battle Royale, и здесь нам нужно умудриться не приехать последними. Надеюсь, у меня это и получится. Музыка какая-то кайфовая на заднем фоне, кстати, играет. Ну вот нет. Ну вот нет. Не, ну, как бы смарт хорош, но в некоторые моменты он все-таки не поворачивает у нас так, как нужно. Так. Что-то Porsche пока догнать не могу. Ой, а музыка-то вообще кайфная. Porsche уезжает. Причем жестко уезжает. Надеюсь, сейчас мы его догоним. Что-то это... Вот так вот хотя бы. Держись. Держись. Только не в дерево. Ух ты, вот это был сейф. Я думал, все, сейчас в дерево улечу. А, у нас три круга. Блин, три... Я вечно забываю, что... Когда круг, то они всегда вначале такие дерзкие, а потом в конце начнут сливаться потихонечку. Это абсолютно во всех гонках всегда так. Конечно, здесь не факт, что так, потому что все-таки у нас модифицированный Need for Speed. Отлично. Было хорошо, но он не сдается. Ох ты! Это был опять сейф, прям очень рядом с трафиком проехал. Давай, 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 смарт. Я верю в тебя. Все получится. Вайпер, конечно, быстрее тебя будет. Это тут как бы никто с этим не поспорит. Но я верю, что ты сделаешь этот вайпер. Я в это верю. Нет! Фу! Второй раз сейф. Это жесть. Это жесть. Так, отлично. Потихонечку начинают сливаться. Вроде как. Я еще еду максимально по широкой траектории. И... Вайпер догоняет. Он не то, что догоняет, он обгоняет. Сволочь! Стой! Куда ты? Не-н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 е. Почему иногда отжимается? Раньше времени. Кер тебе нарыло. Отлично. Отлично. Так. Так. Куда? Да ты задолбал! Ты можешь, пожалуйста, немножечко притихнуть? Какого хера ты такой быстрый? Блин, у нас там финиш уже. Не по траектории? Нет! Нет! Давай! Мы это сделаем! Да! Отлично! Немножечко засрал в конце, но все-таки все хорошо. И у нас тут... Четвердый или что? У нас еще. Ребят, короче, кто хочет, на паузу поставьте и почитайте. Это тоже что-то там забавный кек какой-то. Ладно, поехали дальше проходить гонки. Так, Blacklist, Race Evans. У нас тут еще один Battle Royale. Погнали в еще один Battle Royale. Ооо, против нас Holden. Отлично. Хотя бы с одной машины по кеку. Уже радость какая-то. Ну, посмотрите на это чудо, а. Вау! Что? Холден обгоняет. Ну ладно, зато это забавно будет. Это будет максимально забавно. Хотя бы смотреть на него весело. А не то, что там когда какой-нибудь Кадиллак тебя обгоняет, или что-нибудь в этом роде. Блин, да, вот. Смарт один из немногих автомобилей, который вот эти повороты хоть проходит эту. Тогешку эту. А что тут может быть... Аеха эту тагешку проходит. Но я еще пока что не дошел до Аехи. Но когда иду, обязательно на ней покатаемся. Так. Пока вроде все неплохо. Снова обгоны. Снова пытаются меня обогнать.
Но я держусь, я держусь. Тут хотя бы присутствует трафик, а это значит, что они могут в него влететь, что не может не радовать. Хотя, в принципе, у них тут искусственный интеллект достаточно неплохой. Они в трафик, я заметил, редко, когда влетают, а вот Холден опять начинает меня атаковывать. Этот перевернутый австралийский. Не-не-не-не-не-не. Еще что захотел. Немножко пошибали мы тут. Так, так. Вот тут я зайду в поворот нормально. А мы можем туда заехать, интересно? Да, надо было туда заехать вообще, в принципе. Вот кто-то сейчас, наверное, туда заедет. Или нет? Нет, никто не заехал. Ну хорошо тогда. В следующий раз тогда я воспользуюсь этой срезкой. У нас тут все-таки есть еще парочка кругов в запасе. Это у нас пока что только первый круг, чтобы вы понимали. То есть достаточно долго сейчас это все будет. Вай-вай-вай. Не, ну блин, как управляется смарт, мне охереть как нравится. Это совершенно другое дело по сравнению с Воксвеллом. Воксвелл вообще в повороты не алё. А смартик прям красавчик. Прям красавчик, настоящий красавчик. И смотрите, за счет поворотов, в принципе, я от них и уезжаю. Потому что это какая-то более-менее прямая. Они меня догонять начинают. Здесь нужно аккуратно. Я помню этот поворот. Да, отлично. Так. Теперь здесь. Здесь под сброс газа, но все равно стеночку немножко зацепили. Что у нас тут? Как пройдем? О, вообще хорошо. Вообще без проблем. О! Вы слышали, как там трафик какие звуки издавал? Жесть. Так, отлично. Не, ну, вроде бы, вот смотрите, еду идеально, да, но эти догоняют нещадно просто. Вообще нещадно. 260, а прям 50 футов догоняют. Весь 26. Ну, сейчас вот, может быть, в трафик въедут. Очень на это надеюсь. Но то, насколько они шустро, это перебор. Просто перебор. Вот куда он едет опять? Куда ты? Что? Ты охерел? Жесть какая, а? Вообще охеревший. Ладно, пора срезать, я так понял. Пошел нахер. Так, тут надо как-то аккуратненько нам заехать на эту срезку. Вот сюда вот, например. Да? И на нитро. Отлично, выправили ситуацию. И сейчас потихонечку здесь вот мусор немножко пособираем. И должны вроде как уехать от них. Потому что там у нас, опять же, не надо будет замедляться вот здесь, вот в этом резком повороте. И мне это не особо помогло даже, прикиньте. Охренеть. Здесь мы еще немножечко собрали стену. Черт, езжай, смарт. Нет. Как же это было плохо. Как же, блин, стены тут сильно замедляют. Давай, 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 давай. У нас только второй круг. Мне нужно еще держаться и держаться. Одного выбили. Тихо. Тут опять же вот так надо делать. Ой, вот это мы, конечно, в занос зашли. Так, хорошо. Ну что же, поздравьте меня, это финишная прямая. Я все-таки выдержал эту гонку и проехал ее также на первое место. Офигенно. Ну что ж, опять же, быстренько домой. Депортируемся и смотрим, что у нас еще мы успеем пройти за эту серию. У нас тут остались тулбузы. Тулбузы достаточно... Ну, я не думаю, что они будут сложные. Поэтому давайте попробуем. Но опять же, я напоминаю, здесь нам нужна максималка, а смарт, он максималку не едет. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, должен затащить. Газ, газ, газ. Прийти, а? The Wider Smart Java. Полетели. А, я могу музыку переставить? Вот опять же, вот музыку не могу переставить. Но это вот печально. Зачем они сделали переключение музыки, если я не могу с ней ничего сделать? Так, будем топить сейчас просто на всех парах. Потому что, в принципе, как я уже сказал, в управляемости этой машины я не сомневаюсь, а вот в максимальной скорости сомневаюсь сильно. Да даже, что тут рассказывать? Вон, тот же Мерседес меня догонял очень быстро, именно на прямых поворотах, конечно, было все по кайфу. Тихо. Так, плюс 10 секунд. А, неплохо. Неплохо, неплохо. Держимся, держимся. Смарт хорош. Смарт красавчик. Замечательно. Так, вот тут вот немножечко притормозим. Я пока что в этой игре, да, тормозами вот только сейчас, по-моему, воспользовался. Я обычно просто замедлением времени пользуюсь, и все, и спокойно прохожу это все дело. Так, немножко нитро можно воспользоваться. Так, у нас пока что только одна будка закомпличена. Надо еще две проехать.
никаких, надеюсь, никаких проблем у нас не будет. Я услышал вот это вот пириканье в треке. Я испугался, что это кто-то звонит или что-то происходит с игрой, а нет, все хорошо, блин. Не, ну Тулбус вообще идеально проходит. Просто вообще идеально. Максимально все просто. Но это, опять же, это начало игры, поэтому максимально все просто, максимально понятно. Дальше, я думаю, трэш начнется. Потому что, в принципе, и так меня уже достаточно сильно напрягает. Уже сколько серий? В самой первой серии тут напряжение присутствует. Вот я бы еще бы срезочками пользовался бы, да? Ну ладно. Сегодня без срезок на этой трассе. И в трафик главное еще не улететь. Нет, куда ты? Прям захотел уехать в таксишку. Я ее смог отловить. Не дал ей это сделать. Точнее, ему. Смарт, это же все-таки мужик у нас. И... да. Пролетели. Отлично. Ну, я думаю, сейчас Тулбус еще один мы пройдем. Быстренько. И... you're chilling with Striker. What's up, bro? Mixing up fishing. Так, понятно. Смотрите, как я успел прямо перед аварией, да, быстренько нажать на паузу. Вот это умение определенное. Так. А что у нас, кстати, получается по прохождению? Milestone Complete нужно сейчас 3 пройти. Ну ладно, давайте уже, чтобы закомплитить эту серию, давайте еще один Тулбус пройдем. Просто чтобы было. А в следующей серии, как всегда, будем гонять уже откупов. И потом я надеюсь, что ежик Соник нас навестит. Мне очень хочется посмотреть на его тачку. Что у него за автомобиль. Итак, газуем. И, естественно, на нетрушечку. Так. Пока что летим. Что-то трасса, по-моему, такая же, не? Я случайно не то же самое запустил. А то очень похоже. Так. Да, очень похоже. Тихо. Держу. Ох ты ж, блин. Как тут смарт удержался. Вы, конечно, этого не почувствовали, но я на геймпаде прям почувствовал. Как он идеально просто схватился за дорогу и не начал мне тут свои выкрутасы дрифтовые показывать. Топим! Нитро нам тут определенно поможет. Есть! Шикарно! И... не, ну тут повороты... ну нет, все-таки трасса другая. Вот таких поворотов у нас не было. Войду. На всякий случай так сделаем. И нитро. Ой-ой-ой-ой-ой! Засмотрелся я на дерево и такой думаю, какое красивое осеннее дерево. И просто в забор из-за этого въехал. Блин, надеюсь, я немного времени потерял на таком. Это был максимальный тупняк. Так, срезочки. Здравствуйте, срезочки. И тут тоже... срезочкой мы воспользовались не так хорошо, как могло бы быть. Так. Едем, 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 едем. Пользуемся максимально всеми средствами, которые тут у нас даны. Я мимо трассы, что ли, уехал? Подождите. Куда я уехал? Это вообще так работает, да? Я что-то куда-то бездорожье, по-моему, поехал на своем смарте. Ладно. Допустим, допустим. Так, 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 так. Отлично. Мы проехали. А, вот, все, сейчас второй Тулбус будет. Будка. Будка скорости и... ну, надеюсь, я там хорошо срезал. Плюс 12 секунд, ну не так что-то. Я думал, что будет лучше. Ладно, нам в любом случае главное успеть. Пока что едем вообще идеально. Я не знаю, пока что игра... проходится, ну, плюс-минус как семечки. Нигде у меня рестартов нету. Вот мне только не нравится, что в некоторые моменты вот такие вот подлагивания появляются. На... вам, наверное, это видно, да, было на экране. То, что как будто FPS начинает проседать. Такое ощущение, как будто какие-то подгрузки появляются. Но при этом, как бы, у меня же комп не слабый. То есть, ну, явно дело в моде. Проблема. Но это как бы нормально. Когда игра модифицирована, понятное дело, что с ней кое-где какие-нибудь могут быть огрехи. И тем временем у нас, наконец-то... последние будки были, и мы закомплитили эту всю ситуацию. Отлично, можно теперь обратно телепортироваться домой. И, друзья, на этом серия прохождения
нынешняя закончена, встретимся в следующей. Но я напоминаю, чтобы мы встретились в следующей, нам нужно, чтобы было под этим видео 1500 лайков. Я тогда буду знать, что вам это все нравится. Поэтому, надеюсь, лайк вы уже под видео поставили, подписались на канал и, конечно же, нажали на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. С вами был Дим OnePoint, и до встречи в следующей серии. Всем пока-пока.